В этом году лагерь у нас начал свою работу немного в необычной форме, несколько нестандартно. Большое количество детей вовлечено в разнообразные секции, кружки, лингвистические, спортивные, большое количество поездок разной тематики. Эти мероприятия были организованы для детей по разным направлениям, для того, чтобы охватить все их интересы максимально. Секции были для них открыты. Работа была организована таким образом, чтобы у детей было как можно меньше перерывов. Дети постоянно меняют свою деятельность и чем-то занимаются полезным и интересным. Дети довольны, счастливы. Приходят дети, просятся в лагерь дополнительно, чего, наверное, за последние несколько лет в нашей школе не было. И, в общем-то, я благодарна нашей администрации за ту работу, которую они сделали, педагогам, которые находятся с детьми и организовывают их досуг на высоком уровне. Первый год. Скажите, пожалуйста, а чем в этом году работа нашего школьного лагеря отличается для вас? Интересные кружки. Вообще очень интересно, детям нравится. Разные мероприятия, поездки, много поездок, да, разных. Может быть, вы что-то добавили? Радует то, что дети не находятся на улице, они всегда под присмотром, заинтересованы. Домой приходят в таком хорошем настроении, очень много рассказов, чем они занимались. Вот так, мы, родители, тоже очень довольны. Спасибо. Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо. Дни и ночи не смыкала наша. В работу школьного лагеря в этом году. Мы постарались собрать очень творческий, дружеский коллектив. Отряды работают, ну так скажем, на полную загрузку, и ребята у нас целый день с удовольствием находятся в лагере и не хотят уходить. И мы всех ждем обязательно и на следующий год тоже. Мы надеемся, что такое творческое содружество учителей, такая работа в этом направлении, в направлении оздоровления детей, воспитания, она сохранится и на будущий год.
имейте в виду, учитель – это тот, кто научит вашего ребенка. 100% я им сказала. Если ваш ребенок вас любит и почитает, научить учителю нет проблем. Это наши традиции российские. Татьяна, скажите, пожалуйста, как вы находите работу воспитателей летнего школьного лагеря в этом году? Изменилось ли что-то в лагере? Что вам больше всего нравится? Может быть, вы видите какие-то недостатки в работе лагеря из личного опыта? Потому что я знаю, что ваш сын в лагерь ходит уже не первый год. Да, вы знаете, у меня в этом году и дочь пошла, закончила первый класс, пошла в лагерь. И я отмечаю, что лагерь в этом году достаточно на высоком уровне. Сын у меня посещает спортивный отряд, куда бежит просто с радостью общения из Михаила Михайловича, который возглавляет их отряд. Дочь у меня на все экскурсии, несмотря на то, что была такая вот непогода, может быть, да, но всегда с радостью, всегда с очень большим интересом. Даже был такой момент, что, ну, такая погода, может, мы сегодня не пойдем? Нет, у меня лагерь, я пойду, там интересно. Всегда восхищается питанием лагеря, всегда восхищается, как с ними занимаются. То есть ребенку не скучно. Судя по другим годам, скажу, что было скучновато, и мы на неделю, на две только ходили, дальше мы уже забирала я их домой. В этом году они меня бегут туда с удовольствием. Спасибо вам большое за организацию. Несмотря на то, что это школьный лагерь, дети просто здесь получают удовольствие. Спасибо огромное. Спасибо.